Материал на точке, короче. Да. Там едут, короче, к нам. Да, я их продам. А где это? Они внизу или? Да, вижу врага. Нет, не вижу. Слышь, они вверху или внизу? А, блять, а вот это я не ебу, если честно. Ну, судя по... По-моему, вверху он был. Да-да-да, я проверил, наверху они, короче. Сейчас поднимусь. Слышь, на точке С1. Вижу, да-да-да. Ну, я видел одного, короче. Да-да, все. Я на мосту. Сейчас тебя прикрою, короче, братан. Я бегу, да, короче. По-моему, там должен быть. Вот. Внизу на точке С двое. Атака и ЖГ. Убил ЖГ. Атака там еще где-то на С. Бля, у меня лоу ХП. Меня сейчас атака, наверное, убьет. Хуй знает. Да, убил. Тебя так убил? Yeah. Кинь бронзу минус 2. Мне ЖГ ударками закидал, потом атак добил. Меня, я, короче, блядь, завязал этот. Ну, чтобы побыстрее к тебе добежать. Завязал этот. Ну, адреналин. Потом спрыгнул, короче, с моста. У меня вообще лоу ХП. Ты понял. Убил, короче, серебро и меня атак добил. Ты чё, дурак, блядь? Ну, есть такое. Ну, я, ну это же я, блядь, чё-то ебал. Ну, покоцаны. Чуть-чуть. Все. Нах, прошел со своей точкой респавна, гандон! Да? Едет пидорас. Приехал и уехал так же. Кстати, голд он без макроса. Я вот с пистолета потом убил. Че за 5 шотов пистолет убивает? Так он с макросом. Ну, если бы он был с макросом. Че доебался, он без макроса. Если бы он был с макросом, он бы меня уебал, блядь, я бы не успел и 3 шотов, да. Нет! Да где ты их находишь? Они здесь все шли. В смысле все? Все втроем здесь. Ой, не здесь двое. Они там оба. А, убегают налево. Один там право пошел к тебе, а другой налево. Они с двух сторон, короче, туда будут. Сейчас приду, братан. Я тут их, короче, как крысы вдвоем. Давай, держись, я сейчас приду, пизды всем дам. Ну, в смысле? Где он там, где этот гандон? Внизу там, внизу, бля. Понял. Ты чё, гандон, что ли? Да, гандон. Хорош! Пиздец, я, конечно, стреляю, блядь. Ко мне приехал хохол, ко мне страшно. Подожди, ты боишься хохло? Ай-яй-яй, да блядь! Вон там за балкой, короче, пидорас. На, сука, пидорас. Ай-яй-яй-яй. Чё, смысл твой же? Я что, тащу? Нет. Чё, смотри, у меня сколько медалек, я где-то, а ты... Нет. Да знаешь, ты закрысил, блядь, на... Короче, ты пидорас. Я возьму сейчас ХВР. Можно? Да чё, очень будет, ладно, ты чтоб тащил. Без проблем, братан! Меня бить не будешь, если не буду тащить?
тебя ехать далеко. Ну тогда я пошел нахуй, гандон, мать твою, ебал, сдохни, бля. Спидо, бля. Не. Тут ебался. Хотел с тебя наебаться, въебался в стол. Гандон, ну ты гандон. Слышь, ты... Ой, давай ли в нем лучше? Ну, блядь. Ну, серба в команде, фу, блядь. Готов? Раз, два, три. Пизду нахуй. Серебра в команде это то же самое, что... Набой с ложкой. Ну ты понял. А ложкой нужно убить. А, ну а сложно. Ну лучше с ножом или с мечом, правильно? Вот. Слушай, лучше, чем с серебром, чем с ложкой, да? Чё доебался меня, отвечу. Ну район говно, не фу. Ну и найди получше, тебе надо. Чё ты дымишься? Ха, чё ты дымишься? Да. На, пошли. Сам. Ты что, дурак, блядь? Да. Я хочу. Что хочешь? Хочу Вегас. Купи иди Вегас, там будут скидки скоро 40%. А на Джокере тоже будут? Нет. Ну так он 800 стоит, ну, ну за 500 ты его возьмешь. Да, бля, за 5 серебров в команде. Вливаем. Да блядь. Готов! Ну блядь, ну. А? Да давай. Раз, два, три. Заебал, блядь. Да, блядь, я нахуй серебро в команде. Ты хочешь серебро в команде играть? Вот. Я хочу хотя бы играть. Я нашел район, там 38 из 40, прикинь. Да. Взято? Да. Пойду воды сейчас возьму, а то что-то сушняк. Слышь? У меня даже район не загрузился, я уже пришел. Все, загрузился, я. Пиздата? Да. Слышь, что? Ты будешь это 500 рублей Вегас собрать? А? Не, тогда Ханка и Волк лучше взять. И то не буду. Че это? А потому что у меня микро есть, нахуй мне что-то какое-то говно. Ну он же... Иди нахуй кому-то. А чё ты доебался? До меня. Смотри, я на Флутершай стою. Прям... Топаю по ней, смотри. Прям по лицу и ногами. На, Флаттершай, на. Куда он? Ну тебя же должна бомбить. Так это ж просто. Да блять. Порох, краска. А, блядь, опять что, ливаем? Не важно, что мы там распыляем. Ну ебучее серебро, нахуй нам нужно. Погрузить город в хаос. Понимаешь, о чем? Раз, два, три. Вот мы с Сашей играли, мы не ливали с ну и Саша хуяш, он меня бесит. Пошел нахуй, Андрю. Чего? А чего он к Саше как катался? Блядь, ты тоже к Саше катался.
Ну, она... Не, я его бешу, наверное, потому что он у нее в френд-зоне. Лох. Во, она же говорила, что она в френд-зоне. Ты большая, потому что меня бесит. Все, я курить хочу, заебаться меня сейчас. Нам врагов дали, слушай. Но сначала надо разобраться с другой. Не успел я закурить, как нам дали врагов. Кто и что за петухи такие? Пора по-любому, блядь. Этот по-любому... как его? Спасибо. Ну этот... Я доберусь, заебал. Жай. Он так от... а вот же, точно. Как? Ну ладно, я тогда... Едет. Хорош. Чё я там говорил? Я не помню. Что-то я забыл уже. Сука, пидорас, приехал, всё испортил. Всю тему нам сбил. Гнид. Мам, мамку ебал его? Не. Тоже, вот. Я вот жопа, а ты пиздил. Не? Кто? Ну, этот тот же самый, что приезжал. А, так вот! Первый это этот. Как его? Твинк, во! Я вспомнил, о чем я говорил. Первый это твинк. Ой, второй. Да я понял тебя, ну блять, ну твинки мне насрать. Короче, один под тобой, слышишь? Да-да-да-да, и уже я его слышал, он через забор там приезжал. Ну если что, я по нему шот дам с хвр. Второй где-то, видишь? Второй у меня тут сверху. Попал по первому, который снизу. Кидаю гранату в него. Кидаю еще одну, блядь. Нет. Кидаю еще третью, блядь. Не убил. Где он? А он, короче, покоцанный с хвр, может быть еще с гранатой. Он там вот прям под тобой, блядь. Вот, только что видел его. Где он? Ага, все, отлично. Он отхилился уже. Нихуя какой пидор, блядь. Да? Не. Он смотри, блин, так, первый компенсатор, блин, че? Че ты вставил так, блядь? Ну дебил, наверное. По нему не попал? Нет. Не попал по нему? Нет. Пиздец. Кинь меня тоже. Я по нему попал, и он меня убил, короче. И не успел его добить. Чё ты в первый раз по нему не попал? Ты же два раза по нему стрелял. Первый раз не попал. Чё ты доебался? Ну первый раз, ну чё ты вообще доебался из меня, Никит? Сам не попал ни разу, ещё доёбывайся до меня. Охуел ни разу. А ты до меня не доёбываешься, тоже не попал нихуя, до меня доёбываешься. Я один раз попал. В надежде, что ты по нему попал, я бы его засветил сейчас. Если бы ты не сказал, но если бы ты по нему не попал. А я не знал, что ты по нему не попал. Я такой, сейчас я тебя убью с одного шота. Нихуя, блядь, не убил. Потому что ты, пидорас, не попал. Фу. Лох, дэн. А если бы ты оба раза по нему попал, ты бы убил. Да и чё ты... Чё ты... Сейчас я всё сделаю, ты мне мозги, Гандон. Сейчас всё будет. Ладно? Смотри, вот они... Подожди, с чем они там? С интеком и интеком. Ладно. Они сбоку, короче, приехали. Если блин, грузы у меня лежат. Вижу одного. Минус.
Вот где я, тут ихние грузы лежат. Ага. И у меня, наверное, тоже сейчас скажу. Не-не. Не? Им надо два доставить, и у меня его два. Окей, я понял. Я одного минус дал просто. Все, я понял, где грузы. Хорош. И у меня же еще один. Гранату сейчас кинь. Да ну! Я по нему попал два раза с пистолетом. Я же говорил, он твинг. Когда раз, да? Так, блядь, это очевидно, что он твинг. Чё ты ебался, блядь? Но мы не успеем. Как бы мы ни пытались. А чё они с МТЭКом? Я тоже тогда с МТЭКом буду. Да? Не бери. Не там ещё? Нет. Ну, да. Мне кажется, они раньше тебя приедут. Не, они сзади меня едут. Да, оба. Вот видишь, где я? Вот прям я рядом. Я вижу, да. Оба рядом со мной. Два я сюда. Что? Я сразу возродился. Прям мгновенно. Поэтому я уже здесь. Да, мне тоже, кстати, такое бывало. Я думал, я его убил уже. На точке. Я по нему попал, добей. Лох. А нехуй, блядь. Чё думал, ой, ха-ха, обоих убили, да? А я такой, я уже здесь, блядь. Я сразу возродился. Они такие, бля, он читер. Я такой, нет, я здесь, я лох. И всё. Да? Я ещё помню, как мы телепортировались с тобой, когда ты ещё в каденции был. В смысле? Как мы телепортировались? Ай-яй-яй-яй-яй. У тебя там что? Меня застабировали! Никит. Он пытался меня багом за... Он... Ты попал по нему хорошенько, кстати. Хорош, давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Я еще успею? Да, 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 успеешь, 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 хорош. Он знаешь, как меня пытался арестовать? Ну, в прыжке. В прыжке, да, да. И мне не получилось, такой, блядь, что за хуйня. Он меня, короче, фугаской попал, а потом это... Я не знаю, чем, с чем он там. Идет. С той же стороны, где я. Там двое? Я второго я убил. А. Тут груз валяется. А, все понял. Да мне нужно, блять. Че прилетел? Будь на точке. А, стой, у тебя же коробки есть, да? Не, есть. Да, давай. Кинь, похуй где. Да, да, там враг уже был. Вот с той стороны. Ну, их то они тут оба там. Похуй, я взял бега. Ну, он уже, он, бля, они... забрал груз и убежал. Да? Да, стопудово. Да-да-да. Банк.
раз, сука. Ну вот он, гнида, блядь. Ты тоже ебаный. Раз. Давай их ёбнем фугаской. Ты видишь, что тут поедут? А почему ты не видишь? Да. Давай, 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 доставай гранату. Блять, похуй. Они там? Ну, нам сейчас скоро снова выезжать. Понятно. У меня ЖГ, я ничего не знаю. Пиздец. Ну, блядь, да вроде я ебал нахуй. Не, ЖГ с ними, блядь, бесполезно. Кинь коробку еще нахуй, что ли, не мне помогла, блядь, какая-то шкура, блядь, левая. Ну, блядь, он звездой был, мне левая шкура какая-то. Короче, груз у меня. Я загрузил точку. Все, понятно, она, короче, она, блядь, пошла. Ну, короче, нахуй она пошла. Мне ее ждать на ихней точке, да? Ну, возможно. Я подожду. Ну, ты можешь попытаться отжать, я пока у них буду.
хуй знает, где я ее убил, она может сейчас придет. Но она, блядь, по нему по-любому сейчас придет. Может быть. Что я здесь, блядь? Блядь, откуда они знают, что я тут, блядь? Ну просто прочекали. Охуенно. Просто как вероятное место, где ты мог бы быть. Охуеть, блядь, заебись. 100 мест, блядь, где я мог быть, но они именно туда гранаты кидают. Понятно, блядь. Сейчас ему напишу, как ты узнал. Ну все, изи катка для них. Они, блядь, подозрительно охуй, блядь. ВХшники ебаные. Еще один шанс доказать, что я должен стоять. Хоть перерывчик хоть какой-то, да? Никит, я тоже тебе шаражен, кстати. Чё? Я шаражник тут. Теперь не школьник. Блять, сука! Детектив крут, блядь.
Я не хочу отсосать броню. Ты пойдешь в колледж? Нет, лес тех. Нет, это лес тех, это тех. Да, технику лучше, да, тоже. Нет! Да. Да? Ну тогда колледж пойду, короче, не поставь. Там это 4 курса учиться. Ну ты. 2.5 года. На первом курсе что у тебя будет? Ты, блядь, я что ты ебался программистом буду, блядь? Ты, блядь. Ну, я в душе не ебу, что там будет, блядь. Ты закончил 9 классов или 11? Что я замолчал? Пишу. Ну? Сейчас. Чё тебе сложно ответить, блядь? Ну, блядь. Подожди, а чё за вопрос был? Ты закончил 9 классов или 11? Чё, да, 9 или 11? 9. Тогда у тебя на первом курсе будет программа 10-11 класса школьника. Ну я ж не школьник, я ж теперь, блядь, шарай. Ну, блядь, как бы, слышь, петух, я как бы 9 класс закончил, ну, год назад. Да какая разница, когда ты. Ну, блядь, чё ты доебался, блядь, я как бы это, год проебал просто, и теперь сейчас иду через спустя год, иду на первый курс, что ты доебался, блядь, то есть я уже был бы на втором курсе. Ну, так-то ты в первом. Ну так-то я на первом, но зато там одни будут школьники, я такой, школьники, я старше всех вас. И все, и они такие, да блядь, и все. Понял, да? Своей подмогой они. Жи, а чё у нас за чё? Чё, да, слепа, надо убивать. У нас в команде блондин. Я не хочу кушать. Ты закипал, блядь. Чё? Я заебал. Кушать заебал? Отходить то туда, то сюда, то покурить, то покушать, то ещё куда. Ты, блядь, по ПВ воюешь, что ли, хули ты делаешь, блядь? Чё не курю? Гандон, чё ты стреляешь? Гандон, блядь! Пошёл нахуй. Да я даже не буду отходить, я у мамки прошу, чтобы она мне покушать сделала. Чё ты доебался? Ладно? Ну, мне придётся отойти, чтобы попросить. Ну, за секунду ставим. А, покурю я тут. Блендер! Паш! Ой, хороший! Нехороший. Чего слив? Я его почти убил, он такой ворвался с интеком и. Сейчас все будет, короче. Почти убил этого випа, блядь. А его сейчас убьет гранат. Зебись. Ну, вип идет ко мне прямо, блядь. Зебись. Слышь, вип, здорово, блядь. Слышь, гандон. Пошел нахуй, гандон!
Я всех убил, только там еще серебро меня сейчас доебет. Я вообще убью, все нормально. Ты ж ты гандон, блядь. Я всех троих убил, короче. А, их четверо, ебать. Я четверо, я, короче, троих убил из четверых. Там выебывается на тебя, давай ему пизды дай. Да я уже дал. Не, там еще один. Да блять, хуй забей, ты не выпал. Я ему дал пизды все. Блендер становится. Ой, так он один остался, она 16, так чё ты тогда доебываешься? Да добейте его, блядь, и всё, нахуй, всё. Да убей его и всё, и, блядь. И всё, блядь, я ж чё тебе говорю. Ну он даже тут женился, да. Красавчик, поздравляю, победу. Я любят. Так, что мне взять, Никит? Смотри, у меня есть Тар, есть Джоки, ну, ТАС, НТЭК, есть ШАФ, есть НХПР, есть ВАС, ну, Бунтарь есть, ТБМП есть, короче. Есть АТАК, есть ЖГ, есть ЦБМП, еще один есть, нихуя себе какой богатый. Есть ДМР, короче, который антивикл. А, есть и есть жнец, все, больше ничего, что взять? Да я хуй знаю, что брать, блядь, я заебался с жгом. Ничего, ничего, выбери. Считалочку и выбери. Ну, бунтарь, короче, раз, два, три, все, бунтарь, иди ко мне. Ну, я ж петух. Да? Ну, вот. Беру бунтарь. Ладно, блядь, стой, ща докурю, но я уже начал. Ну я тут. Все, я быстро, я даже могу, могу даже К нажать, нажимай К. В смысле, враги не появятся. Чё ты доебался? Да блять, сука! Вот что я могу сказать насчет врагов этих. Даже докурю пока. Все равно пока не доехал. О, вон, вон один едет вот возле меня. Вы успеете сделать. Ну я же говорю.
он развернет. Блять, мы бы еще остались такие неадекваты, которые был у меня еще когда-то. Когда конденция была. Помнишь, когда конденция бомбилась? Помнишь, когда от нее все бомбили? И они еще такие остались. Видишь, как хорошо, когда я курю? Я сижу в машине, курю, блядь, а он такой стреляет по мне, а ты его убил. Нормально? Ну да, только, блядь, на мосту. Все, я докурил почти все сейчас. Все, я докурил, Никит, я иду, блядь. На помощь. Подмога нужна? Все, я еду, ну, в смысле, еду, я бегу. Я приехал уже давно. Там, короче, бля. Да, на мосту один, у меня тут еще один. Что, короче, а другой там, блядь. Ой, у меня ж бунтарь, я забыл. Оп, минус 2, и сдаю точку. Нет, стой, минус 3, и сдаю точку. Вот теперь нормально все. Ёк, блядь, я ебал. Ага. Чё, тебя спасли? Не, мне про машину сказали, что у меня нормальный таз. Ну, ты знаешь, как мне сейчас слезет срать? Тут нафраговали, короче. Не, я тоже нафраговал. Один сам съел. Я еще звездой стал. Ну, что-то изи как-то, да? Сказал будто. Ой, я еще и пьяный, так что иди. Да ну, я еще убил кого-то, как?
туда и будет идти. Ну все равно ладно, изи карт, конечно. Даже не почувствовал? Или почувствовал? Не, ну у них были там Сильверган, позорный МЦР. Смотри на мой счет. И кстати, половина не с бунтаря, если честно. Половина с детонатора. И задавил еще одного. Взял бунтарь в руки, держал недолго, а босс не насилует. Ой, блядь, кто поговорил? А что это? Ну что? Да ты будто не бегал с ним на пушку ни разу. Ой, блядь! Я че застрял в текстуре, и у меня машина загорелась, блядь, аж с колесами. Какие нахуй? А груз у меня один. Один у них, один у меня. НХВР покоцал меня, я не помню. Вот то же самое думаю. Там будем держать, где он лежит. Ну, смотря какая там точка. Блять, пидорас. Ну я минус 2 дал. Давайте. Стой.
Похуй, я еще минус дал. Как всегда с НХВР добить, блядь, петухи ебаные. У него три фрага. Сука. У него три фрага и все три фрага, это я, блядь. Иди тут, ёбок, блядь. Пизды дам. Идут двое, короче, за, блядь, где коридор. Через коридор двое идут. Ну, блядь, ну ты понял, через дом. Там, блядь, больше нет коридоров, люди. Еще с другой стороны еще один есть. Не, ну, блядь, короче, если... Блядь, ты понял. Я там бил одного в коридоре, но там еще второй. Да-да-да, я гранату взял, попал. И еще б накоцал его. Все, 73 оси. На, сука, пидорас. С НХВРом своим. Сзади. Там за углом стоит. Ебать, он стреляет. На, блин. У меня один адреналин остался. У меня еще 7 коробок. Двое с моей стороны, двое. Через тот же коридор идут. Снайпер и интек. Помощь бы не помешала. Отлично. Нет, не отлично. Минус один. Минус два. Минус оба дал, короче. Обоим ебал, да. И там еще пришел один, я ему тоже пизды дал. Отлично. Смотрю еще за этим же коридором. А, изи катка, короче. Нихуя, я на первом месте. Мой джингл заиграл. Ну а чё с серебром играть не хочу?
я ему что-то попросил. Я тут нахуй. Что все это было? Ну вот, надо было тебе садись, поехали. Тьма. Гандон. Идет или сзади? Другого сзади. Он бессмертный, блядь. У меня гошоты. Я не попадал по нему вообще. Я сейчас стреляю по нему, нихуя. Серебряшка сел в свой циск, а я сел в твой хайвер. Охуенно, а я в чё садиться должен? А ты должен ко мне садиться. Бля, мне знаешь, как угорает? Ну, я как бы смотрю сейчас сериал этот, Флэш, да? Ну, короче, там есть чувак, его зовут Циска, я постоянно, когда его зовут, там, Циска, Циска, я постоянно угораю. Ну, чё он Циска? Написали в личку, гореть тебе в аду, морозина. Это гетерометраж. Это который с шамом. Ёбок? Ну а чё ты с этим мотором играешь, конечно. А чё, он, а чё его в игру выли? Чтобы деньги заработать. Ну вот и всё, заткнись. Его ввели в игру и всё, я могу. Ну а ты знаешь, что ты байтинг? Мне не играешь. А, блять, а его ввели игру, значит, я имею право с ним играть. Я заплатил за него. Так, а никто не говорит, что не имеешь права с ним играть. Слышь? Чего? Никто не говорит, что не имеешь права с ним играть, но играешь с ним, ты уебать, значит. Блять, я за него деньги заплатил. Че сразу уебать? Мы про деньги даже не говорили. Так а чё? Чё? Иди нахуй. Thank you.
давно ее не добивался. Похуй, я сдаюсь. Я уже сдал. Ну я с грузом еду на точку, но за мной едет Сыч. Я его вообще пизду дал. Я ему пиздечек тоже. Сейчас. Пошла дальше. Чё? Дальше. Блять, он фугаску кинул. Что не я дал? Я набрал из машины, он фугаску кинул, короче, он успел убежать. Один раз? А чё ты? Ты же сказал, что убьёшься. Ну, сейчас убьёшь. Ну. Сейчас убью, чё ты доебался? Вон там с карабина решают, чувак. Давай выгоним. Зачем? Я хочу сам себе подошёл. Я побежал. Я хотел всех убить, а не сам. Иди, ты. Оооо, сейчас подошёл. Парень едет. Ты чё, гандон, пизды захотел получить? А я гранаты летит. А! Ну я ему уже дал пизды, ты не успел. По мне с ПСР попали. Ну и с гранаты добили. Убей его. У меня закончились адреналины, а ничего не автоматически пополняется. С почтой бы, блядь, было бы пиздато, если бы они с почтой автоматически пополнялись. Да хуя захотел. Да, мы победили все равно, что тут. Слушайте, да, пизды тоже. Я хотел ему сам пизды дать. Ну ты очень нервный. Подожди, стой! Я же попросил постоять чуть-чуть. Какая разница, сейчас рейтинг что сделаешь? Чё? Поменять оружие, чтобы ты меня убил. Блять, мы тут не одни были.
Пока ты стоял, могли бы уже прийти и убить тебя. Я уже поменял, видишь, как быстро. Ты меня убил, и все нормально. Кто тебя убил? Ну, тебе район пишет, не стоит, зовут тебя что-то написать, хотят, наверное. Я не ебу, кто это. К это будешь жать или нет? Слышь? Слышь, блядь? Ты чё? Ты охуел? Хули ты молчишь, блядь? Не понял. Ты кто меня убил сейчас? Я там видел сам. Какой-то ник такой на S начинается. И... А хули ты не отвечал? Мне тебе говорит, ты не отвечаешь. Ты же сказал, я отойду сейчас. Я не слышал. Потому что ты говорил. Потому что тебе микрофон. Ну потому что ты говно. И жизнь твоя говно. Хочу потную катку. Я тоже. Вот это что-то китайские низи катки, да? Что-то двое со стабами, а второй с пустым карабином. Сейчас арестовывать нас будут, короче. А у меня, короче, видите. Че? Ну багнулся, у меня сейчас дохуя врагов. Понял. Ну еще вот после вот, видишь, в районе написали тихо, да? Мне после этого что-то хочется поиграть в смайт. Почему? Ну там, ну не знаю, там есть команды такие голосовые, типа. И там тоже можно сказать, типа, тихо. Блять, в любой игре можно сказать тихо. Ну, что-то доебался, я хочу. Я хочу, вот мне напомнило смайт, я хочу поиграть в смайт. Гантон. Пошел нахуй, Гантон! Добили? Чё? Да убили, да? Да. Мы его добили? Ну-ка. Да, добили, нормально. Я почти его убил, блядь, меня кто-то пидорас какой-то вылез и добил, пидорас, блядь, гандон. А, нет, он меня убил.
85 дней, сильно. Но я не удивлен. Блять, хотел завязать адреналин, а забыл, что у меня щит стоит. И завязал щит. И достал щит. Ну там, блядь, сантимикла стреляет, он чё? Через дорогу там стоит пидорас, стреляет сантимикла. Он пизды хочет получить, я одно понял. Что он хочет, сука, пизды получить, и всё. Он убил кого-то, я вообще за отомщу за него. Слышь, гандон, блядь! Я отомстил за нашего. Молодец, а это очень дело. Я, если что, тебя прикрою, нахуй. Там к тебе, скорее всего, один гандон идет. Да вот. Я его убил. С двора, а. Возьми меня с собой. Забери меня с собой. Заткнись, гандон. Ты ебался меня. Вот дальше не помню тебя. Я бы убил за это, но там антек, он меня добил, и короче, и все, и едет с тобой. Ну все нормально, хоть. Нет, нихуя, машину взорвали-то. Ну блять, антивейков у них. Хуй там. Так и он успел, да? Я думал, я просто болел. Давай, гони, 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 блядь, гони. Давай, ты ж не зря кайфом впал, да? Чтобы такие тут... Давай, 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 кандон, стой, я заберу движение в своем кайфолке. Только прикрывай меня. Давай, прикрывай меня. Давай, блядь. Давай, ведьмак, прикрывай меня, я. Чё? Давай, типа мои хпшки появились, баба. Ну, хпшки наши. Ты понял, что ты делаешь? Ну, я понял, что ты делаешь. Мои хпшки появились, ты мог. Чё это я тебя обгоняю? То, что не скоро. А, потому что она скоро. Долбоёб, сука, я что это? Не, не дай квест проваливай. Какой ты мудак. Чё ты вышел из скорой, блядь? А чё ты мудак? Ты... Я вышел из скорой, потому что автоматически вышел, блядь. Потому что у меня миссия. Я достанул её, у меня автоматически вышло. Чё ты бесишь меня, иди нахуй. Иди нахуй, не беси меня. Мать твою, ебал, блядь, дебил. Там, чё ты там стреляешь с антивикла, блядь, уёбище нахуй, сдохни, блядь, подержать нас, сука. Гнида ёбаная. Ты дебил тоже, блядь. Чё это я? Ты чё, блядь? Не знал же, что я на точку приеду и автоматически выйду из машины, потому что, блядь, надо её сдать, придурок, блядь. Он еще посидит в машине, я проеду пока мимо. Че ты такой дебил? Че ты заебал меня? Че ты? Ты? Я тебя заебал? Да. Ну и ты заебал. Ты же... Пошел, да? У меня тут антивик, блядь, выебывает. То, что он чает пизда, ты не убивай его. Пусть сам до точки. Я его убил. Ну, блядь, а чё он мою машину чуть не взорвал, я выбежал из неё и убил его, блядь. Да не надо было его убивать. Да, лучше бы я взорвался, да? Да. Убил. Чё? Он бы, вон, блядь, от точки за 600 метров, а я уж почти подъехал. Было 5, у меня было тогда 4 к 4. И чё, блядь? Какая нахуй разница, какой у тебя счёт, главное миссию затащить. А ты его убил, а вдруг он сейчас у точки резнется. А так ему 600 метров было бы ещё ехать. Что ты за дурак, блядь? Резница, блядь, он резнется там, где его убили, реально. Вот он резнется, он сейчас по мне стреляет, блядь, я уже уехал. Вот я еду, он по мне стреляет там где-то из угла, и я уже уехал, он больше даже не стреляет по мне. Чё ты доебался, пидорас? Отребись, он мог и рядом с точкой резнуться. О!
когда убиваешь, там он резится в округе, где его убить. Не обязательно. Обязательно? Нет. Да. Он может резнуться там, где больше союзников. Ну их же тут нихуя. Вот именно, они все около точки, он мог тут резнуться. Нихуя, ну он же дебил. Все, я забрал груз, что ты, вот что ты выебываешься, смотри, я тащу, блядь, а ты выебываешься, блядь, охуел, пидорас. Так ты, блядь, ну творишь, уню. Все нормально, блядь. Просто я... повезло, что все обошлось, а так... Я знаю, что творю, блядь, дебил. Сука. Все нормально, не выебывайся, что ты доебал. Все нормально, все нормально, все обошлось, что ты доебался. А могло не обойтись? Сейчас сверху будет там. Да. Уже. Серебро, по крайней мере, там было. Да ну, они на крыше, что ли? Нет, внизу был. Я убил. Я тут эту коробку поставил. Да, я уже. Слышь, идет враг там. Даже два. По ебалу получился ХВР, добивай. Ага. Второй дождь получил. Ёбывай отсюда, гандон. Там внизу, с улицы, еще до моей ордеи. Точка-то у нас, блядь. Чё ему надо, блядь? Правильно, правильно, нет? Mm-hmm. Вот и все, блядь. Я даже покушаю еще пока что. Оп. Ням-ням, вкусно. Брабы горячок. Подуй, чтобы остыло. Дую. Где там? Где там, не зовет. На, сука! Приебали. И спрятался. Все, спрятался, гандон. Давай еще раз. Еще раз высунься, я тебе поебальнику, да мы пиздёшь. Не хочешь? Засал петух. Ну и пошел нахуй, гандон. Оп. Что там, кто-то выебывается? Да, да, тут на крышу, на соседнюю эвакуатор. Понял, понял, понял. Сейчас ты баллы получишь. Где там, рядом? Ну, там же, где я всегда был. Где-то там. Ну, там где-то? Ну, где-то там, ну, возможно, уже съебался куда-то подальше. Ну, коробка кончилась. Ну, там еще одна стоит. Да, я ее сейчас принесу до туда, да? Ну, там будет лучше просто. Кто там стреляет по тебе? Да раз, прикинь, прям в коробку меня. Заебись. Не фраг. Да. Меня сзади ДБР стрелял. Ну как ты иди. Не успел он до груза добежать. О. О? Да. Я напишу ГГ, чтобы не бомбило. Я не буду изи писать пока что, а если. Если будет выявиться, напишу изи. Чтоб еще больше забомбило. Если напишу ГГ, ладно. Не буду, не буду вызывать у них бомбежку, нормально. Я его поэтому. Не?
Поехали, поехали, поехали. Нужно разобраться с местными силовиками. Быстро, блядь. Сжигай, думаю. Так, это мы их уже ебали. 100 раз ебали. Ну что, бегу, блядь. Он хотел тебя взорвать. Он меня взорвал. Ну смотри, либо он нас двоих взорвал бы, либо меня. И я бы, ну, и я его убил. Нормально? Ну, я пытался. Вот. Вижу вражду, но он здесь. У меня, короче, там еще дальше. Ну, намного дальше. Короче, он петух, он, ну, блядь, заебал меня. Въебывается дохуя. Я пока покушаю, он там долго ехать будет. Я тут Демера недавно убил, он нас, ну, вот они оба боятся. На мост туда запрыгнули. Сейчас я мобильный дам. Ну ты все я же сказал. Я думаю, я сдохну сейчас, у меня уже экран весь черный. Я спас. Спасибо. Молодец? Да, спасибо. Я тоже чуть не дохну, без разницы. Ну, чуть не считается. Ну, он фугаску у нас попал просто хорошо. Ну, в меня не попал. Да? Ну, потом какая-то еще осколочина взорвалась, вот она меня задела. Твоя, наверное. Я не кидал. Ну ладно. Тем более у меня не осколочный, у меня... Ой, не Тем более у меня его уел бы. Блядь, те же самые осколки, только их три. Ебал. Рычина, блядь. И нахуй гон... Сейчас машина все взорвется. Слышь, тут у меня оба на мосту. Там ДМР обстреливается осторожно. А тот же ГНТ взял. Так что да. Покоцал сильно этого петуха. Ну чё, я сдох. Минус один. Второго покоцал, но, блядь. Выёбывается он что-то дохуя. Давай, сука. Минус два, нахуй. Я молодец? Ну я там немножко, ну 13 на ассисту. Я же молодец. Ну да, наверное, ну блять, не с Пантерефу. Он далеко был. На мосту, а я снизу. И шо? Я бы убил. Что ты ебался, блять, хотя бы похвалил бы, блять, я тебя спас. Ну, миссию. Ты ж бунтаря стрелял, чё тебя хвалить? Если бы меня не было здесь. Блин, заебал. Бунтарь тоже оружие. Ну, это уебищ, ну. Нет. Босс не битых есть, не играет. Ты не бесишься. Чего? У тебя просто его нет, вот ты и бесишься. Ну, не нахуй, не нужен, я же не босс, не битых. Там второй есть? Нет, вторую точку только что в другую точку делал. Понял. Она там за 10 метров. Ага. Угу. Он на мосту на противоположном, на который разломан. Подойди к нему поближе. Да я убью. Ну ладно. Уж хотел ему пизды дать. А то чё он выёбывается, правильно?
это где? Внизу точка. Прикинь, он меня без макроса убил. Я, кстати, почти его убил. Я так хорошенько по нему зажал. Но он спину начал мне раньше стрелять, а пока я кушал. А чё ты доебался? Ну, Никит. Вот чё ты доебался? Чё ты, блядь, мы на войне, а ты тут курить. Это не война. А что это? Это... Чё ты доебался опять? Уже дважды доебался. Чтобы не сдох. По-моему, впервые вижу такую точку за всю игру. Да? Что там за это? Ютуб. О, прикол! Вот это прикол! Ничего такая, да? Ну, наверное. Ну ничего такая, потому что первый раз видел. Да? Да. Так необычно её, да? Что-то новенькое. Да, бля, чё? А? Чё говорить хотел? Видите, петухи? Да, я тоже хотел это сказать. Заебали, чё такие долгие, блядь. О, вон, едут! У меня. Иди помоги, мне страшно. Могу! Блять, ты дождешься, пока заебал. Один у меня! Пошел нахуй, гандон! У меня груз валяется, ну. На похую, блядь. Я тут дефа. Ты помоги, а тут один уже прошел, пока я к тебе бежал, блядь. Ты помоги, с одним справиться не может, фу, блядь. Я вообще-то убил его. Ну и слышь, что? оба у меня. Чё тут застал? Оба тут, блядь, сидит нога. Сука, ебал. Что они далеко как-то. Ой, хорош, то что коробку поставили. Молодец вообще, люблю тебя. Бля, слышь, прикрой меня. Там ПМР. Чё? Да-да-да, крой ту сторону крой. Так, ДМР пошел обходить, короче. Убил пидораса. Еще второго ебну. Он с макросом, я его ебнул тоже. Все в пятости, да, блядь. Да. Ну да, его довольно быстро убил. Смотри, что взял? Что это взял? Чего, блядь, точка такая-то? Сейчас пойду вон туда. Смотри, блядь, пошел. Да там? Ну не, что так. А я буду тут стоять. На всякий случай. Ну вообще-то я на самом деле на всякий случай. Неважно. Че ты ебал? 45 секунд. Вижу гондона. Где? Ну, короче, вон там, где я. Все, блядь. Вижу гондона. Попали по нему. Попали тоже. 85, если. Второго гондона вижу, вон иди. Там. Иди. Вон там.
Я по нему попал, он засал, короче, 20 секунд остались, он не побежит никуда. А если побежит, то пизди паль. Ну, изи кат. Слышь, тебя идут сзади. Да, они не успеют уже ничего сделать. Давай, стреляй, стреляй по мне, не посрать. Все задания подряд без единого поражения. Гид, довези, пожалуйста, я оружие поменяю, не будет так. Да-да-да, он там. А кто-то думает про нас, о, задрот, и, блядь, из игры не выходит. Да, я, блядь, зашел на просто, блядь. Да, я последнюю неделю не играл. Чего еще, блядь, купим не играл, блядь. Сойди за зашел. Сейчас забыл уже, как играть, блядь. Хочу еще жрать, я пожрал, хочу. А ты знаешь, что если будешь много жрать, можно жирным стать? Я гречу не убавлю. Я бы с радостью набрал вес. Где Макдак и Шрек? Никогда особо за меня не переживай. Разве что за моего брата и за ребят из нашей банды. Если останешься... Вообще лучше пойти спортом, но я курю пью, поэтому не знаю. Да? Ну, бля, ща приду. CSA, send some enforcers here now. Да, я мне лень, потому что. Что, дали врагу? Нет. Ну я ж тебе сказал, ты в ёбну. Не слушаешь меня, петух. Никит, знаешь, что сказать? Чё? А я же говорил. Чё? Что не дадут врагов, пока я не приду. Туда ли врагов? Нет. Что я разрушил немножко. Что-то как-то район сгонил. Что да? Мы всех распугали, наверное. Да. Ну что-то нет нормальных районов, это самое нормальное. Хотя казалось бы 2 часа ночи самое время играть. Ну да. Лето же, да? Че, ну да.
Пойти что ли ведьмака покатать? Давай удали сразу. Ну, пойти. А ты бы не хочешь, чтобы я уходил? Я такой, ладно, ладно, на трогу. Рестер, рестер, короче. Чё, тут будем их ждать? В смысле? Давай. А хули нет. Уже там Стар почти приехал. Mm-hmm. Ну он точно не твин. Он раб. На 18 ранге уже голд. Ну блядь. Ну раб. Эй, петух, иди сюда. Стоп, у него ЛТР, да? Да, так что достаточно. Окей, без проблем. Да он без дам все равно. Спорим? Спорим без дам. Иди сюда, гандон! Я тебя где-то на 2 или 5 на ассист. А мне второй стреляет. Mm-hmm. А с... Старый? Да. Не, он по мне до этого... А, вот с этого, с джокеровского пистолета. Ну, который еще, ну, блядь, с коробок такой, ну, хуйня, короче, который. Помнишь? Такой, типа, немецкий пистолет, выглядит какой-то. Понял? Да, ну, это хуйня. Они меня зажимают, Никита. А я бегу к тебе на помощь. Ну, минус один, короче, да? Ну, вот, видишь, вот это. Ну, я почти его убил. Дай говно этот пистолет, если что. Да. Да серьезно? Да. Я его почти убил. Ну, Никита, блядь. Он, что-то он не твин. Ой, что-то он не твин. Что-то он твин. Блядь, он с ЛЦР, Никита. А я по нему стреляю, да, блядь. Блядь. Я по нему стрелял, ты по нему стрелял? Ну, я другого убил зато. Ну, блядь, ладно. Ну, мы на один, это, в пизде, короче. Прячься, блядь. Я их так знаю. Блядь, ты ёб. Банный ЛТР. Ёбни его. Давай, я тебя беру, блядь. Что-то как-то хуял все. Да? Что-то да. Ну, один дал. Он уезжает, пидорас, прикинь какой-то. Жебище кончено. Можешь мне крышу, что ли? Да. Да-да-да, врываемся, плохо, блядь, время, 25 секунд.
Попытались. Что спешло бы, мы попытались хотя бы. Ну а чё они, блядь, с ЛЦРом своим ебаным, блядь, пидорас? Кстати, Никит, знаешь, что мне приснилось? Нет. Я сколько мы бы не играл, знаешь, всё-таки что приснилось? Чё? Сейчас только серебром стал опять. Мне второй раз в жизни приснилось, что я стал серебром. Не знаю, чё больно было. Чё, ночные кошмары? Да. А знаешь, что самое главное? Чё? Я постоянно становился то серебром, то голдом, то серебром, то голдом. Как мне больно было. А я знаю, что ты сделаешь, если вдруг когда-нибудь серебром станешь. Что я сделаю? Ты пойдешь на бронзу. Не. Че не? Я удалю АПБ. Я никогда больше в нее не вернусь. Не. Да, ты прав, я пойду на бронзу. Набью голда, ну так, чтобы, блядь, ничего никто не подумал. И удалю АПБ. Ну, а хоть не хочу быть всегда. Никит. Могу сольёмся до серебра. Могу, ты можешь. Не. Что ты ебался? Бля, что-то ведьмака захочу поиграть. Никит, знаешь, что я хочу? Нет. Я хочу сыграть в карты. Го? Не хочу. Ну погнали в настолки хотя бы сыграем. Ничего не хочу. Ну в какие-нибудь заебал. Ну Никита, блядь! Не хочу я, блядь, настолку идти. Ты еще будешь в АПБ играть? Ну пока. Че? Ну еще карточку. Пойду ведьмака тогда. А я одну карточку и пойду дальше всего. Че будешь смотреть? Ну, американцы за господ, бурятские мультики. А чего? Под бурятские мультики. А че это такое вообще? Под аниме. Че, прикольно? Пойду в этого смотреть. Нихуя ты долетел, блядь. Нет, пизда, го выйдем, короче. Ну только миссию дали. Да похуй, го выйдем. Я так хоп его выйду. Что-то я сказал, не хочу, что миссию. Подумал, так у нее не хочу. Ну ты же сказал, что еще карточку сыграешь. Похуй. А го флеша посмотрим лучше. Го заебал. Не хочу.